Всем привет, дорогие друзья и любители польских заработков. Меня зовут Андрей Таран, и сегодня я хотел поговорить о такой необычной теме, о спорте. Спорт и такие развлечения у поляков. Вы знаете, они... Это очень большой контраст по сравнению, например, с Украиной, где очень много, очень большое количество людей, поляков, ездят на велосипедах. Здесь очень большое количество как велосипедов, так и людей, которые бегают. То есть я не встречал такого обилия на Украине, по крайней мере. И что самое удивительное, бегают они или ездят на велосипедах не просто, а даже бывает с детьми, с младенцами, знаете, специальные есть коляски, где спереди ты ее держишь и можешь с ней бежать. Либо же специальная коляска, которая крепится сзади к велосипеду, и ты можешь ехать прямо с ребенком. То есть поляки не только сами занимаются спортом, они еще и активно с... ранней-ранней молодости привлекают к этому детей. Также очень много распространены такие, точно не знаю, как они называются, но с такими двумя палками, знаете, для такой спортивной ходьбы ходят пенсионеры, ну или женщины, да, они ходят с такими палками. То есть это тоже здесь очень распространено, что не могу сказать про Украину, я никогда там практически такого не видел за свое время. Ну, то есть это такие... необычности, которые меня удивили. И когда я просто собирался и бегал по... Это был не стадион, это был, знаете, такое большое озеро, и вокруг него можно бегать. Там много людей бегают. И когда ты пробегаешь, и кто-то тебе бежит навстречу, он с тобой здоровается, так машет рукой, ты ему машешь, знаете. Это какой-то дух солидарности, дух единства, знаете, что вы... Он занимается спортом, ты занимаешься. Знаете, это как-то вроде не сильно, но все же подбадривает человека, который бежит. То есть вот такие вот необычные вещи. Вот сейчас я сижу на таком стадионе, здесь такой мягкий батут. Не батут, точнее, а мат. Мат для таких, знаете, прыжки. Прыжки с такими шестами. И этот мат стоит, он стоит под открытым небом. И здесь очень круто, не знаю, заниматься, прыгать. То есть он стоит на открытом месте. Это, вот видите, как такое покрытие. И его никто ему ничего не делает здесь. Здесь много чего интересного находится. Вот стоят даже, вон, могу показать, стульчики стоят, стоят такие преграды для прыжков. То есть это все стоит на открытом небе, под открытым небом точнее, и никто этого, так сказать, не берет. Вот так вот, в принципе, такие интересные развлечения. Вообще поляки, они больше как-то, знаете, увлечены спортом. Даже вот сколько я был на улице на тренажерах, много даже таких людей в возрасте приходят. Знаете, не то чтобы даже покачаться, просто поддержать свое тело в здоровом. И там, занимаются на разных таких менее тренажерах, где нужно принимать менее усилия. Ну и в принципе вот такие вот интересности, которые можно увидеть в Польше и которые меня, по крайней мере, меня удивили. Возможно, кому-то это будет обыденно и неинтересно, но, по крайней мере, мне это улыбнуло, когда я бежал по улице, и, точнее, и со мной начинают здороваться. Я первый раз, кстати, удивился. Думаю, почему со мной здороваются? Может, перепутались с кем-то, а после понял, второй, третий здоровается, я уже и сам начинаю с ними здороваться. Ну, в принципе, круто. В принципе, есть что почерпнуть и что перенять. Всем спасибо за просмотр, кому было полезно либо интересно это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Poland Work For You, и дальше вас ждет еще больше интересных и увлекательных видео. Я постараюсь рассказать вам еще больше интересностей. Всем спасибо за просмотр, всем пока!